В Барнаул свои работы привез Никос Сафронов. Выставка открывается сегодня. Мои коллеги уже встретились с известным художником и поговорили о его видениях. Это видение, возникающее на грани сна и пробуждения, на грани памяти и забвения. Так о своих картинах говорит художник Никос Сафронов, написанный в неповторимом авторском стиле Dream Vision. Я был в Помпеях, как турист. Настенные росписи полустертые такие, которые были восстановлены. И вдруг услышали плач ребенка. Искусствовед, очень серьезный итальянка, сказал, нет, это мальчик плачет. Он попал в коридор времени 2000 лет назад, когда было извержение вулкана. И уже 2000 лет время от времени плачет. И меня это так потрясло. Я во сне стал потом уже в Москве видеть вот эти росписи настенные. Я пытался работать вначале вот так. На выставке не только картины из снов. Сафронов – известный портретист. Среди его работ – портреты Люка Бессона, Джуд Лоу, Николаса Кейджа, Анджелины Джоли. Картины автора украшают интерьеры домов многих голливудских звезд. Но основная часть работ художника хранится в музеях России, Западной Европы и Америки. Впечатление очень, конечно, богатый и духовный человек. То есть человек с большим опытом душевным, скажем так. И, я думаю, очень много шедевров нам еще подарит. Он черпает вдохновение всюду. Природа, архитектура, новые знакомства, искусство. И даже голоса участников детского барнаульского академического хора вызвали воспоминания. Художник увидел храм, наполненный светом. У меня даже есть такой храм в Италии, я думаю, что Миланский собор, вот я приду туда, я нарисую этот звук за счет живописи, попробую его воплотить. Я говорю, что мы будем еще общаться, я надеюсь, что мне подарят диск этого коллектива, я буду его слушать и вспоминать об этом уникальном, красивом крае, городе, о гостеприимстве людей. На выставке представлено более 120 работ Никоса Сафронова. Экспозиция будет работать до 10 сентября. Художник пообещал, приедет на Алтай еще. За вдохновением. Елена Заздравных, Алексей Шаульский. Новости.